Говорю, привет, YouTube. Пора анбокса сегодня, наверное, состоится. Ты же видишь, ни кастрюли не шкварчат, ни шипят, ни греются. Ни на столе ничего нету. Совершенно чистый стол. Это странно на нашей кухне выглядит. Я хотел сказать, что сегодня едоки будут решать. Решалы едоки будут. Что нам делать со следующим продуктом, который пришел, приехал, который я заказал на ваш донат? Как это произошло? Давичи, последний раз. Наконец-то последний уже раз. Последняя треписи была. Я совершенно точно был уверен, что вы... Ну, слава богу, кажется, хэппи-энд. Вот так вздохнете, что он реально последний видос этот. Каково же было мое удивление, когда один из вас, точнее город Сызрань, привет, друзья дорогие, Сызрань, все остальные города, всем привет. Здравствуйте! Привет, Вася. Здорово. Прислал нам 1000 денег. Он мало того, что не порадовался тому, что закончились наконец такие, несмотря на что ли, при всему все писи эти. Да, бля. Злосчастные, которых на канале у нас штук, 20 нафиг уже. Он еще и задонатил, говорит, Макс, тебе привет из Сызрани на писи, вот тебе перевод. Я очень удивлен был. Я совершенно не понимаю, как работает YouTube. Я уж 10 лет на YouTube занимаюсь этим безобразием к совершенным. Что эти блогеры делают? Идите на завод работать, скажете вы. Я бы с удовольствием, с радостью, но таких не берут. В космонавты и на заводы тем более. Мне непонятно, почему вам интересно на одной и той же кухне с одним и тем же лицом обзорщика в одной и той же кастрюле одну и ту же треписи, две писи смотреть. Одно и то же, совершенно одно и то же. Это же рутина, это просто ад кромешный. Для меня лично. Лично для меня. Я очень рутину и единообразие, однообразие не переношу очень. Но приходится с этим жить во многих вещах. Во многих аспектах жизни приходится с этим смиряться и мириться. Я в одном и том же углу нахожусь, я живу практически в уголке, на диване перед компьютером, перед которым вот монтирую и иногда вот снимаю еще. Я не знаю, почему вам нравится один и тот же контент. Напишите, пожалуйста. Голосование, ссылочка будет в закрепленном комментарии. Будете голосовать. Что нам делать с этой теперь вещью, которая пришла с Валбари. Ладно, так уж и быть, скажу, признаюсь. Ну что мне делать было? От дружище донат 1000 денег пришел, и велено было на него приобрести еще пись. Но почему-то он написал, что 9 пись можно купить, но там 9 не получается. Я купил 5. 5. 5. Ну все уже, теперь уже интригу таить не имеется возможно, Ну в общем что? Что? Поднялся, встал, пошел. Куда? И заказал на Валбаре еще пак целый пись. Ну, благо далеко идти не пришлось. У меня Валбаре находится на диване, а диван перед компьютером, и в компьютере находится Валбаре. Не, ну ты индеец, я балдю. Я пошел, ну как я тебе уже сказал, на Валбаре, на диван в смысле, и тык, и пришел пакет. Вот такой. С Валбари, я тебе клянусь. Анбокс, которого мы с тобой проведем сейчас. Вы же любите анбоксы и все, что хрустит. Как думаешь, что в этом пакете? Правильно. Еще один пакет. В этом пакете, в большом, маленький пакетик лежит. Между прочим, с пруфами, что на Валбари куплено. И даже... масонские ордена вот такие в виде QR-кодов находятся здесь. Доставили отвратительно, вот дырочка есть, видишь что? Короче, вот такой пак с писями. Ну я уже проговорился, что писи здесь лежат. Берем ножницы и открываем пак. Я сам не знаю, что там лежит. Ну, примерно знаю, но я не знаю, как там оформлено это все. А, вон как. В этом пакете, во втором, третий пакет лежит. Также с масонскими QR-кодами. Та-дам! Еще куча пись. Ну нахер. Мужайтесь, люди. Если кто-то будет донатить на писи, то писи будут бесконечно на канале. В этом пакете находится 5 паков пись. Понимаешь? Тут еще 5 пись. В чем заключается смысл видео всего? Во-первых, от души поблагодарить Сызрань, вообще всех, кто донатит, поддерживает канал, комментирует, ставит лайки, ставит дизлайки. За дизлайки особенно спасибо.
за любую активность на канале. Вы очень поддерживаете. Лайки, дизлайки, комментарии. Любая активность, тем более просмотры, если ты еще и посмотрел, а не только лайкнул, зашел, сильно продвигает канал и поднимает его в рейтинге топов. Максим, начать практику. Понимаешь, наверное, о чем я говорю, надеюсь. Не, я понимаю. Суть видео не только в том, чтобы поблагодарить Сызрань и всех едоков, крестьян, прочую публику канала. Дело в том, что я хочу замутить, но я буду спрашивать разрешение у вас. Вот сам наворотил, сам разгребай теперь. Я понимаю, что не вы все наворотил, но Сызрань наворотил делов. Я более чем уверен, что многие из вас... Слава Богу, сказали, когда писи эти кончились. Но один из вас, если... Один из вас, если нашелся тот, кто один хрен задонатил, чтобы купить опять эти писи, тогда у нас продолжатся обзоры. Четко. Сейчас эти доедим, если какие-то донаты именно на это будут, мы опять будем покупать писи и будем пилить их. Это ни в какие ворота. Но дело в том, что ну, уже до смешного доходит. Мы и из Булдаков делали писи, из Каролина Риппер делали, из капсаицин в Ум-3 соусом делали, и с водой, и без воды, и сухую. Мокрые. И в виде супа делали три писи. Брали две пачки, вытаскивали соуса, варили одну лапшу, засыпали две приправу в одну лапшу. То есть двойной три писи было у нас. Что еще делать, я уже не знаю, если честно. Но придется думать. И вот я придумал одну вещь. Я так подумал, что у нас... Во рту пересохло. Изи Энерджи. Помнишь, у нас на обзоре была Изи Энерджи от Габара? Всем, кто употребляет только полезных напитков, я не уверен, что это полезно, но здесь есть какие-то витамины, микроэлементы. Вкусно, потому что вредно. А чем вреднее, тем вкуснее, капец. В общем, что я хотел спросить у вас. Как ты любишь? Много маленьких подарков или один большой подарок? Это про семечки, ты не слышал? Нет. Тебе говорит один большой подарок подарить или много маленьких? Она говорит, много маленьких. Ладно, стакан семечек подарю. Что, не смешно? Мне смешно. Ну, в общем, что? Я могу сделать либо один, да один. Либо один мукбанг реальный, но я совершенно точно говорю, что я не смогу съесть все 5 пачек. Может быть, Люба Геннадьевна поможет. Если она не доест, тогда потом доедим. Но я не мукбангер, я не смогу 5 пачек лапши за раз сожрать. Я не знаю, как это они делают, может, у них булимия или они... Подстава какая-то, может, там аффирмации какие-то, может быть, там какие-то монтаж какой-то специальный, что они как будто едят, но они не едят, не знаю. Но мы работаем с тобой честно. Там кто-то писал, кстати. Да может, он выплевывает там ведро или еще что-то. Кто там? Диблоид, что ли? Такое выплевывать или Каролину Риппер взять выплевывать? И зачем вообще тогда есть острое? И потом, запивая молоком, а быстрее погасить огонь этот. Либо один мукбанг мы сделаем. Смотри мне. Либо 5 каких-то видосов. Это больше, чем это, да. Уговорили. Разных. С разными наполнениями, либо в разных локациях. Не знаю, пока не уверен, но совершенно точно знаю одно, что надо тебе обязательно провести эти видосы, потому что человек переслал 1000 денег, я их не могу зажилить, зажмутить, заживать, затарить, заныкать, утаить. Сам понимаешь. Если скинут, то значит надо сделать сделано. Потрачено, как GTA. Вайсити. Голосуйте. В закрепленном комментарии будет ссылочка на голосование. Что нам с этой лапшой теперь делать? Либо один мукбанг. Я прям вот возьму, сварю все 5 пачек. Прям must-have сделаю. Прям все по инструкциям. Все сварю так, как надо. Без всяких этих. Без всяких яких. Что такое яких? Без всяких яких, ну есть такого рода, я тебе клянусь. Либо мы сделаем большой один мукбанг, либо мы сделаем 5, там 5 пачек находится. Вот, опять же, пруфы тебе. Вот, где 5 написано. Вот, написано 5. Короче, либо мы с тобой делаем один большой мукбанг, но я бы хотел попробовать, что это получилось, что из этого получится вообще. Либо мы с тобой делаем 5 разных, не знаю на какую тему, видосиков. А,
Ну вот и все, что сегодня хотел тебе поведать, чем хотел поделиться и что хотел рассказать. И о чем хотел попросить. Участвуй обязательно, потому что мне очень важно именно твое мнение. И все делается для тебя, именно вот для тебя. Для тебя, для тебя. Он сидит, она лежит вообще. Я тут сижу перед ней, она лежит там нафиг. Что ты тут поделал вообще? Прикройся, ё-моё. Капец. По итогам голосования посмотрим, что мы сделаем с этой темой. За итогами голосования можешь следить сам, потому что там все открыто. Сколько голосов за это, сколько за это. Сколько голосов будет за 5 отдельных видео и сколько голосов будет за один... Один мукбанг. От души Сызрани, от души всем, от души Питеру недавно прям тоже отжег 3К. Мы в Гринвичу сходили, и мяса почти хватило на мясо нам, потому что там не только мясо, картошка, морковка, мясо. Короче, на гуляш из СССР. Недавича вышел, вчера вышел. Вчера еще не смотрел? Гуляш из столовых СССР. Посмотри обязательно, ты что? Хорошо. Столько ждал, блин, пропустил. Всем от души за все. Я искренне не знаю, чем я это заслужил все. Такое внимание, такое лояльное отношение к каналу. Но пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Береги себя и своих близких. Здоровья всем сибирского. Вот такие нога прям сибирского. Ну а пока-пока. Увидимся где-нибудь еще или на чем-нибудь еще. Жду активность вашу. Ничего не буду с Паком делать до тех пор, пока мы не выясним, что с ним делать. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Оценивай видео. Подписывайся на канал. До новых встреч.